очень много вопросов от средств массовой информации относительно нашей реакции на беспрецедентное решение, которое были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербию. Произошло, конечно, немыслимое. Я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Если визит министра иностранных дел России в Сербию, в задействовании самых низкопробных способов. В пределах 100 метров, в одну и в другую сторону, Воспрепятствовали осуществлению... Желать лучшего. Низкопробных способов. Забиваем в базу. Министр иностранных дел России. Я готов жертвовать членами, готов жертвовать. Сразу трахнуть несколько готов.